Сегодня с нами проводили занятия по подготовке операторов ВПЛА. Вот. Очень интересно, объясняют доходчиво. Сегодня нам рассказали немножко об устройстве беспилотного летательного аппарата. Показали видеоматериалы, как работать с ним. Ну и на практике немножко отработали. Ранее на гражданке я запускал обычный квадрокоптер. Вот. Поэтому мне, в принципе, это далось легко. Ничего сложного.